вообще бы спать пошел, на самом деле. Ну, плюс 30, есть у тебя? 20-30? Да, ну, без тебя. Вот это ништяк. Сумани меня тогда еще. Нихуя ты, баклажан. Ну ты там уже или нет? Я могу и сам прийти. Нет, лети сам, я лечу на то. Леха, короче, я делаю вот так вот, тебе и рыло. Войт, не жирно двумя ЕП лутать. Не, это на охоту. Куда там... ты на охоту? Где будет? Там Алик выебывается. На ШПшке. На ШП можно выебывать. Давайте. Кому там пизды можно вломить? Я уже подпишу. Давайте вы только, чтоб никак в тот раз, блядь, чтоб босса без Т5 бить, потом не получить. Так этот ШП доебывает, он чё, охуел? Ебать, там хант прессует наш. Чувствуешь? Понимаешь, в чем суть-то? Тот, кто первый ударил босса, даже если не будет мешать, и мы убьем, то типа нам защита. Не, просто не будут его бить. Не нас будут бить? Конечно. Так, два рейди целка, осталось Лока, да, еще больше ничего. Да. Так уже нормально звучит. Да не бейте вы их, пускай они добьют, да мы потом резнувшись убьем. Сейчас долго будет пиздец. Конь не убьют. Ясен хуй, если вы мешаете. А бить можно захилить, да? А что вы хотите сейчас сделать? Бить босса или что, я не понимаю? Аликов развалить. Ладно, пизду, это долго. Босс лестницы через 5 минут они убьют. Драгона, ты у босса? Так что делать в итоге? Пиздить аликов или что делать? Вы нахуй их пиздили, блядь, понимаешь? Ты сейчас мы начнем босса сливать, ебать, они нам такую же хуйню устроят. Вы хуйню творите, по... Без... Да мы ШП хотели отпиздить, эти там они начали, блядь, врываться. Ну и смысл, блядь. Ну, сейчас мы хуй босса сольем, блядь, будем ждать. Ты думаешь, они улетят нахуй? Они сейчас его сольют, они понимают, что мы прилетели сюда, каты выполняют. Но они будут ждать нахуй. На крыс сделаем? Нет? Тогда давай сольем, чтобы они нахуй не убили босса, пиздец. Пиздец. О чем говорю, блядь, бесполезно нахуй. О чем ты говоришь? Ты сказал, они сольют босса и нас потом начнут долбить. Ты так сказал? Долбить они нас начнут через 5 минут, когда мы босса начнем этого бить. Понимаешь, о чем? Почему они начнут это делать? Мы же не бьем же. Мы не бьем. Это называется в крысу. Ну да. Это называется злопамятство, нахуй, когда подождать. Надо не... выбить их из головы, это злопамятство. Здорово бы, честно, сейчас называется Илья. Ну ты пишешь, в стороне шкаф и сумоньте всех. Они шо, сами, шо, блядь, там? Вон Денчика пиздят. В стороне шкаф поставьте просто и засумоньте всех. Слышишь, Леха, будем ПВПшиться, тогда давай я слетаю в банк, заберу ПВП. Кто ПВПшиться не будет? А, понял. Жать, его гоны сами... Это отчаянные челики либо без Т5, либо без мозгов. Либо два в одном. Чего там, смотрите, нет? А шкаф тут вообще есть? Нет, шкаф.
У нас шкафа нету, когда мы будем сломать. Пошли к этому, к магику. У нас есть один лог, который оффнутый в пати, и все. Это моя знакомая игра. Один прилетите, один прилетите к магику. Сейчас лог прилетит сюда, лог летит. Можете нас пати взять? Потом на колонках. Просто минус суши. Че они, босса добьют, дадим им въебало? Тебе оно надо? Ну нет. Хочешь пиздец? Я просто... Лёх, блядь, да сумма. Видал, блядь, огонь за мной летает. Они нападают. Они сами нападают. Давай, да. Ебём их, ебём мне. Давай, боссы. Да они потом босса не дадут нам убить. Фух, они сами нападают. Геру. Давай Геру, зачем на босса? На кого тут Геру, блядь? Ох, ебать, 15к вылетает. А можно резать? Че, валиков поубивали? А хули они на нас полетели? Они босса добили, блядь, и на нас. Почему, блядь, своего хулипала не мечтали? Вот это честно. Пауэ шмоте такое все, пауэ. Я сейчас 15к по кому-то шлёп. Не знаю, я почувствовал себя сильно. Так, бафы давайте. Досумонивайте всех. Шаки еще раз напиши мне. Кто сумонить, плюсик в чате? Мозерова. Че там на одну руку? Какой баф топовый? Сколько я... Что-то 74. Как называется вообще лучше? Ой, бля, белая стая прилетела на 12, нет. Где ты видишь? Да там ПВПшный дракон летал. А пока они будут собираться, мы убьем его. Каску дай, пана. Не знаю, у меня кулаки стоят, и я вижу, что они на всех есть. Он понимает, что-то кто дает каску. Кому каску надо, подойдите к шкафу, бегать за вами, не буду платить. Как место будет? Говорю, как будет место, то возьму, если не будет, то нет. Чё ты не пришёл в ДВ? Робин. Вроде ДВ написано, не пришёл. Куда он просится? В РС, что ли? Хуй. Я наличие понял всё, что за лут. У кого тут профа раскачана хорошо на наложение чар? Сейчас линкану. Не надо линковать, ты ник скажи. Персик. Сейчас подожди, а то у тебя по-любому есть на пушку. Все равно линкану. Сейчас через пару минут босс появится.
Пизди, может. Он же не сильно бьет, да? Это вот эта чара для посоха, да, на одну ручку? Она дает что-то 94 СПД, что чара на посох 121 вроде. Блядь, да мне на магическую палку надо, на СПД, на одноручную. Шак, сегодня этого не будет. Все, босс появился, поехал. А чё фулл бафы, приста бафа нет? Вот опять не работает, отлично. Так нужно, блядь, снимать, одевать. У меня до кула, блядь, оно было. Не знаю, все работает. Что они опять сломали? Действительно, стаки не накопят. У паладинов сломался. Там парни сломался. Надо из комбата выйти, по-моему, и пойти раздеться. Ты не выйдешь с комбат. Да, ты не выйдешь с комбат. С комбат тебя спасет только. Дай мне диван. Давай туда с диваном. Так ты в диване вдвоём. Я выйду с дивана и буду без комбат. Я в этом шмоте дамажу почти как два удара. Меня заеби. Хотя я... Ой, ретрик, блядь, протопал. Напиши на форуме, что у Павла ломается, такая, типа, знаю. Что-то у всех ломается. У меня тут ДК, видишь, остался. Не работает, кстати, да? Пьешь просто как ты здесь. Дайте ежи, Боб. Боб, дайте. На себя чем спасать? Там ДК. Там ДК просит, вам не дадите. Муркху какой-то. Он бабки не платил. Бабки не давал. Сколько стоит? Ну, легче. Скажи 5к и будет пати. Сейчас посмотрим, что скажет. Чего ты так дёшь? Походу нашел как комбат снять. Пойти сдохнуть? Заработал ты 10 в раз? Так, блядь, ты 10 не ломается. Ой, ты опять заработал? У меня что-то не работает там, блядь. Че, он дал 5к, нет? Ну, тебе давал? Нет. Я не заработал. Дайте же баф. Алики на подходе, говорят. Ты прикинь? Ветриков на первом месте. Я включил Т5, вот сейчас, ударил босса, он опять сломал. Давай. Это с боссом что-то. Может отключен бонус? Вон ДК жатвой бьет, если ты не видишь. Главное, что я ебашу больше тебя. Вот, парень. Пускай хоть один алик подлетит, жатва и ебанул, блядь, сразу. Мало не покажется. Жатва работает, если что, даже в ПВП. Да? Треш, бейте, треш. В дуэлях работает даже. Так врывайся в топ на арену с двумя кусками. На арене на БГ оно не работает, на дуэлях оно работает. А какого хуя? Не, ну в принципе-то...
стаки протопала тоже работают, пока они... То есть, грубо говоря, это, если сейчас Алик подлетит, я дам жатву и как бы похуй. Ну и после этого он попадет, по идее. Что еще раз? По идее, потом после этого удара должен опять отключиться у тебя. Меня не отключается, это спел... У него дополнительный спел, понимаешь? У него не полк. Дракон, ты знаешь, зачем идти. Типа там немножко иначе он работает. У меня он не прокал, ничего. Я типа он как этого. К мутироге отравления тоже работает. Комбочки набираешь, а это. Потом разряжаешь. Тут то же самое. Силу рун набираешь, или надо. Блять, монород, дай потанчить цель. Че по ДПСу? Чё по ДПС? 7,5, 10 уже протопали, нормально. Я не могу, ясно. Без Т5 это заебись на то, что. Желающие, оставайтесь на охоту, бейду. 4 125 идем. Ага, начни, скажешь, 150. Если Magic Gruul будет первым, то можно остаться. И Оня Ик первый. Я... Дайте портал маги, пожалуйста, в Долоран. Спасибо.